В Алматы поднялись цены на хлеб. Крупнейший пекарный комбинат повысил стоимость на свою продукцию в среднем на 5 тенге. Так, кроме алматинского, остальные все хлеба, крестьянский, здоровье, президентский, батон, все на 5 тенге. Из-за чего поднялись? Повышение коснулось только так называемого коммерческого хлеба. При этом алматинцам по прежним ценам продается социальный хлеб, для чего городские власти вот уже несколько лет подряд подписывают соглашения с крупнейшими зернопереработывающими хлебопекарными и торговыми комбинатами. Что касательно хлеба формового из муки первого сорта, то здесь цена зафиксирована, и данная ситуация будет сохраняться до 1 августа 2013 года. В торговых предприятиях, которые уже реализуют до конечного потребителя, цена не должна превышать 60 тенге. Чтобы стабилизировать цены на хлеб, городские власти также подписали соответствующие соглашения с Минсельхозом и холдингом КазАгро. Согласно этому документу, алматинские производители хлеба получат зерно по фиксированной стоимости – 28 тысяч тенге за тонну, а значит смогут держать без изменений цены на социальный хлеб. К слову, только за сутки мегаполис потребляет до 30 тысяч тонн этого продукта. Бахаджан Укиев, Асет Кундакпаев, телеканал Алматы.